Привет всем, с вами ваша сила Бутерфлай, серебряная бабочка. Сегодня у меня будет рассказ про ароматы с нотой табака. По-моему, давным-давно я делала такой обзор. И он заключался в том, что я рассказывала про warm tobacco pipe, то есть теплую табачную трубку. Это у меня прошка уже, не знаю, какая по счету. И там история про моего друга, писателя, который курил табачную трубку. Вот. Как она запылала, господи. Представляете, я сейчас начну делать видео, брызну духами, и пойдет какой-то взрыв. Я боюсь, если честно. Не знаю, куда бы так поставить? Может быть, сюда? Прям под камеру или нет? Господи, вот сюда что ли поставить? Ну, вам не видно будет такую красоту. Ну, ладно. Это DW Candles. То есть эти свеча от DW. Там такие-то вот шикарные запахи только у этой компании, мне кажется. Так. А что теперь? Буду нюхать свечу с шикарным запахом и еще брызгать другие шикарные запахи с нотой табака. Значит, все это было инспирейшеном табака мандарин и табака хани. Но я их оставлю под конец. А что я изучила, что у меня еще есть? Собственно, сама вот эта табачная трубка. Шерлок Холмс называется. За 3 копейки купленный, но какой шикарный аромат. Здесь пахнет просто табачным цветком, цветочком табака. Вот не изменился он. Вот этот парфюм, я уже рассказывала, я точно такой же подарила своему другу, писателю, потому что он курил вот такую табачную трубку, вот так вот, как это надо. И я ничего лучше не придумала, как подарить ему вот такой вот колон. А потом мне он так нравился, и я решила купить себе просто для коллекции. Пришла, и там его уже нет. А остался только вот этот вот тестер. И продавщица такая, ну забирай. И я такая счастливая забрала и пошла. И вот эта вот история про табачную трубку. Коробочка там была просто такая, по-моему, светло-коричневая, написано «Шерлок» или «Шерлок Холмс». Ну, просто здесь просто «Шерлок». Кто производит, понятия не имею. Потом, мне кажется, норовились и сделали кучу подделок на этот парфюм. Но мне кажется, этот был создан давным-давно, может быть, в 90-е. Что у нас еще? Так, оставлю это сюда. Так. Выучила, что, оказывается, Burberry London для мужчин тоже имеет ноту табака. Вот. Ой, какой приятный. Даже не скажешь. А это, может быть, у меня женский? Да, это, наверное, женский. Ну, извините. Но у меня точно такой же есть мужской, надо искать. Короче, поверьте мне на слово. Ладно, я себя сейчас буду бить по рукам. Но уже бежать не буду. Единственное, что скажу, что аромат шикарный. Что для женщин, что для мужчин. Здесь это больше как вот все-таки ландышевая вещь. А там как раз-таки табачок. Просто вот это вот плащик, вот этот вот Burberry Style, не такой, а более темно-коричневый. Вот я, короче, оплошала. Ну, ладно. Имейте в виду, просто тот темно-коричневый. Что еще? Вот нота табака должна, по идее, быть. Elizabeth and James, Nirvana Amethyst. Но в моей розе, когда я ей набрызгаюсь, нота явный табак, то есть явная сигарета. Вот таких сигарет, вот с такой сигаретной пачечкой. Вот только еще поищи. Я же еще купила 2. В общем, мне хватит надолго, но я очень рада.
Ну, это точно вот около какого-то куста герани кто-то кинул сигарету. Это какая-то горькая роза, горькая герань и сигарета. И лужа. И такая, в общем, пакостная погода, как прямо сейчас на улице. Я вот решила снимать видео. А парфюм просто, блин, все эти нирваны, хоть куда, хоть бурбон, хоть вот эта моя роза, в которой якобы не заявлен табак, но я его слышу как сигарету. А вот именно в аметисте там есть конкретный табак. Так. Что же еще? Значит, табака мандарин и табака хани. Я, наверное, возьму мандарин сначала. Я в общем уверена, что у меня есть больше аромата в доме с табаком. Но вот так вот на скидку быстро посмотрела. Вот это нашла. Вот видите, какая жидкость табака мандарин. Это же что-то. Ой, ну прелестный. Прелестный. Дорогой аромат от Береда. Обожаю. У меня столько уже Береда. Просто несметное количество этих баредовских пробников. И они, кстати, очень много создают, эти бареды. Бареды. Вот набрызгала, сначала мне пахнуло одну секунду, более там, как бы, чуть больше секунды, вот эти вот пиклс, вот эти вот огурцы, потом внезапно мандарин. И вот сейчас, даже минуты, мне кажется, не прошло, такой вот серый дымок пошел. Вот это и есть табака мандарин. Так. А в табака хани, скорее всего, подсунули хани. Хани по-английски мед. Шуга ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, хани, хани, ту-ту-ту-ту-ту-ту. You are my crazy girl. And I love watching you. Исполнение, да, с хриплым голосом. Хани ту 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 ту, о, шуга шуга, ту 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 ту. О, вау, это роза в каком-то дорогом месте, в ком, может быть, это ваза роз, цветы, какой-то ночной клуб, и там такие шикарные пепельницы, и там курят табак. Но рядом коньяк, и он такой играет на свету в ночном клубе, да, и вот как будто бы вот медовый прям такой коньячок, или там медовая такая жидкость. Я даже не знаю. Я думала, что мандарин лучше. Табак и мандарин, да, Береда. Но когда я брызнула Хани, это совсем другой уровень. Вот буквально совсем другой уровень. У меня еще есть один аромат, но там он не заявлен, что там есть табак. Но мне самой он чудится. Вот в этом вот со-эликсир от Эйв Роше. Вот в таком варианте. Так, ну я, наверное, набрызгаю, чтобы не сбить как бы так ноты вот сюда, на пальчик. Такой чпок. Ой, какая прелесть. А это вот сладкая роза и такой ладанный табак. Мне прям хочется всем подряд сразу взять и набрызгаться. И этот же неплох. Вот это моя вот осенняя пора. И вот это. Вот как раз-таки на холода. Такой табачок с розой. Вау. Эти два, конечно, призера по дорогостоимости. Этот как память. Но такой даже больше, как летний, зимой.
Этот, который я оплошала, не тот плащ принесла. Ну ладно, вы меня поняли. Надеюсь, поняли и простили. И вот такой вот у нас рейтинг, скорее всего, будет. Вот эти два на первом. Вот этот второй, вот этот третий. И вот этот, как бы, четвертый. Но мы, наверное, к нему вернемся. А на этом я заканчиваю свою такую табачную историю. С вами была Silver Butterfly, Серебряная бабочка. Это в память о моем друге-писателе. Его звали Лу. Пока-пока. Я полетела.